и владею. Устанавливаю власть мою отпирающим заклятием. Власть над дверью и порогом, над светом и тенью, над всеми, кто войдет и кто выйдет. Войдите и служите мне, те, кого я призвал! Инструктор, я видел будущее. Ну что, мужики, приближается наш последний и решительный. Слушать никого и шагать мимо, мимо всех, кто хочет забрать силы, мимо теней, что дышать дымом, нас заставят и будут желать тьмы нам. Я и ты — это больше, чем кто-либо. Мы решили, что тоже дозволено нам бороться за право на жизнь, и уже причинить вы не сможете боли нам. И пусть порой нас сомнения путают, атакуют нас тени группами, собираясь собрать наши души, но знаем, мы справимся со всеми муками. Не боимся упасть в бездну, не боимся лица смерти. Ты меня защитишь, я тебя, потому что любовь есть у нас в сердце. Я не понял, что ты мне этой позой хочешь сказать? Это твое отношение к спорту, да? Давай быстро встала, побежала. Лебедева! Лебедева! Даш! Даш, ты куда? Даш! Даш! Блин, ну ты видела? Она повела себя не по-спортивному. Она меня вообще толкнула. Слушай, да забей. Ну, хочешь, мы замочим эту из солярия, а? Девчонки, привет. Настя, извини. Даш, можно тебя на минуточку? Я вас в общаге подожду. Слушай, я в смысле, ты сегодня вечером что делаешь? А что? А могла бы... Например, пойти в кино. Могла бы. А с кем? Да с кем угодно, лишь бы не в общаге. Нам с Настей надо побыть одним, понимаешь? Понимаю. Даша, 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 это не то, что ты думаешь, это любовь. Главный в жизни день у меня и у нее. Умоляю. Даш, да! О типах и условностях. Лебедева. Простите, пожалуйста. Быстрее садись. О типах и условностях художественной функции
европейской литературы первой половины 20 века. Повествования о чрезвычайном, сверхъестественном, чудесном во все времена составляли немаловажную часть литературного процесса. Несмотря на господство рационалистических принципов в сознании современников, данный тип повествования ярко представлен и в литературе нынешнего столетия. Молодец. Перестраивайся теперь во второй. Так ты, значит, студентка? Угу. Держись левее. Левее держись, я сказал. Я же первый раз выехала. Тебе права нужны, чтобы ездить или тараканов бить? Не отвлекайся за рулем. Поехали направо. На следующем перекрестке налево. Доезжай, ты уже сзади сигналит. Я же ученик. Ну вот и учись, а не так, чтобы за троллейбусом на второй передаче. Давай третью врубай. Четвертую. Вот такое дело я люблю. Давай еще быстрее. Еще быстрее. Можешь остановить их. Живи. Ты едешь? Или так стоишь? Он, главное, орёт, давай, не замедляй движение. Так, все, Лебедева, очнись. Ты не ходил ни на какие курсы, не было никакого инструктора. После такой аварии ты бы сейчас чай в морге пила. Хорошо. Но что это тогда было? Темная история. У тебя точно ничего не пропало? У меня точно ничего не пропало. Амулет. У меня пропал амулет. Ты так переживаешь, как будто он золотой. Ты не понимаешь. Я его с детства ношу. Ты
Девушка, вы что-то потеряли? Это моя вещь. Отдайте, пожалуйста. Ты знаешь, что это такое? Всевидящее око. Это знак мудрости и силы. Мудрости в тебе немного, силы я тоже особенной не вижу. Ладно, что же делать? Держи. Это же твое. Что это было? Поздравляю, ты посвященная. Ты видишь то, что скрыто от других. Признайся, с тобой и раньше приключалась подобная ерунда. Ты пугалась, но делала вид, что все в порядке. И вдруг, упс, ты посвященная. Ты прошла инициацию и призвана на службу. Если я такая избранная, давайте мне две таблетки, как в «Матрице». Вот. Что это? Красная, я думаю, просто леденец, а синяя – таблетка от кашля. Выбирай. Вы издеваетесь? Иди домой. Там беда. Настя. Настя, ты чего? Я его ненавижу. Что случилось? Он позвонил и обещал прийти, и не пришел. А я вот готовилась, я торт поставила, свечки зажгла, шампанское купила. Ну почему он так со мной, а? Ну почему? Ну вот что я не так сделала? Мы даже с родителями уже познакомились. Ну, может, с ним что-то случилось? Да, с ним случилось. Он бухает в 35-й комнате у Соколова на дне рождения. Здесь что-то не так. Конечно, не так. Он ухаживал за мной, цветы дарил. Потом не услышал, что хотел спать. Ты чего? Настя, ты как себя чувствуешь? Я? Обалдеть, как классно! Я просто тащусь от радости! Как-то мне все это очень, очень не нравится. Блин. Ну почему я? Что делаешь?
Ну, как тебе сказать? Вот я звоню тебе, чтобы сказать, чтобы ты ложилась пораньше спать. Слушай, мне кажется, я уже сплю. И все, никак не могу проснуться. А вот это потому, что ты поздно ложишься. А понимаешь, если ты ляжешь пораньше, то завтра... Да, мам, ты права, я поздно ложусь. Спокойной ночи. Спокойной ночи, зайчка. Ну, где? Привет. Слушай, я тут одну вещь потеряла случайно. Ну, ищи. У тебя всегда с собой фонарик? Ну, видишь, пригодился же. Ты из универа? Мехмат, второй курс. А ты часто так важные вещи теряешь? Ну, вообще, сегодня первый раз. На, держи. Ты не это случайно потеряла? Спасибо. Может, тебя проводить? Ну, ночь все-таки. Темно, мало ли. Слушай, у меня к тебе довольно странная просьба. Да ну. Ну да. Ты можешь одолжить мне свой фонарик? Мне очень надо. Меня, кстати, Миша зовут. А меня Дарья. Спасибо. Спокойно. Спокойно, Дарья. Я разберусь. Заблудилась? Слушай, тут все уже закончилось вообще-то. Павлик. Павлик. Оставь, пусть проспится. Он не пьяный. Павлик. Что тебе тут надо? Увидела, да? Ну и что ты мне сделаешь? Стой! Стоять, я сказала! Ой, оборжалась, как страшно! Лови! Бай, дети! Далеко собралась кукла? Никогда не буду курить эту дрянь.
Погрузка готова, прошу доставки. Молодец. Для первого раза неплохо. Кто это? Это тень. Их еще зовут бесами, но это просто тень. Они сосут из людей энергию и чувства. Ты что, ее убила? Привет. Ну что, грузим? Что делаем? Грузим. Это Дарья, наша новенькая. Инструктор подкинул. Бонжур. Инструктор? Ладно, потом разберемся. Ты не обольщайся, она не сдохла. Просто отрубилась. Их нельзя убивать. Типа запрещает Гринпис? Типа они бессмертны. У меня готово. Я так с ума сойду. Будет жалко не сходить. Черт, она очухла. Давай быстрее. Давай-давай-давай, вставай. Вот же, блин, башка раскалывается. Это что? Это был день рождения Соколова. А я? Что я тут? Зачем? Ничего не помню. Шел к Настике. Позвонил. Ну, ушел в одну комнату, пришел в другую. Она очень обиделась, да? Пойди сам спроси. Настя. Настя. К тебе тут Павлик пришел, сказать кое-что хочет. Кто это? Слушай, ну, он отравился паленой водкой. Вот и не пришел. Вы что, пришли ко мне ночью истории про алкашей рассказывать? Настя, со мной что-то случилось. Я шел к тебе, я... Дайте поспать. Закройте дверь. Имейте совесть. Ну вот, блин же, как так вышло? Она меня простит, как думаешь? Я не знаю. Ой. Ой. Красиво, правда? Хочешь выбросить эту штуку? Дело не в ней, а в тебе. Ты посвященная, а это предмет твоей силы. Вроде кольца всевласти, волос Самсона, иглы Кощея. Ты сама лучше знаешь. А если я его выкину? Лучше не выкидывай. Пригодится. Слушайте, вы вообще кто такой? Ну, посмотри.
Вы тоже тень? Обижаешь. А кто тогда? Авария. Она была на самом деле? Ну, конечно. Почему тогда мы не умерли? Всему свое время. Ты в детстве тоже когда-то тонула, но как-то выжила. Пойдем. А можно спросить? Нужно. Тогда под водой я слышала голос. Кто это был? Думай, озерные ведьмы. Кто? Карельские хранительницы. Они, как и мы, враги темного мира. Они узнали амулет, опознали в тебе посвященную и спасли тебя. Пойдем. Знаете, эти голоса, это был мужчина. Это он дал мне амулет. Да? Ну, тогда не знаю. Но ты не расстраивайся. Все мы рано или поздно понимаем смысл того, что с нами когда-то произошло. И ты поймешь. Что, туда? Это же не пещера дракона, а обыкновенный коллектор. Проходи. Вау. Оденься, там холодно. Да нет, спасибо, я так. Так ты там в ледышку превратишься через 10 минут. Я серьезно, одевайся. А почему здесь так холодно? Нобелевская премия за 1910 год. Некто Ван дер Вальс открыл уравнение состояния газов. Благодаря этому люди получили жидкий водород и жидкий гелий. И научились создавать холодильные установки. Мы что, под главным зданием? Все, что ты хотела узнать о темном мире, но боялась спросить. В 1948 году мы начали рыть котлован. Ты, наверное, слышала об этой легенде с заморозкой. Ну, якобы под котлованом были слабые грунты, поэтому их залили жидким азотом и поставили тайные криогенные генераторы. Грунты были нормальными. В 1948 году мы начали стройку университета. Когда рыли котлован под фундамент, наткнулись на портал в темный мир. Только мы тогда еще не знали, что это. А потом нас накрыло. И мы стали не живыми и не мертвыми. Хранителями портала. Это что за хрень, а? По
Почему покинул рабочее место? Почему экскаватор стоит? Иван Иванович, 15-й квадрат, быстро! Но мы не знали, до чего докопаемся здесь. Никто не знал. Это нечеловеческое дело. Мы уже здесь. Через минуту будем. Пойдем. Курить дайте. Пошла отсюда. Да пусть покурит напоследок. Жалко, что ли? Курение убивает. Знакомься, это так называемая тень. Тень из темного мира. Работайте. Гады. Началось. Эти сатрапы. Вот так. Обращайтесь галеткой. Ну что, тень, вали отсюда. Знай свое место. И ты с ними, да? Подожди, еще пожалеешь. Скоро нас здесь будет много, больше, чем вас. Мы откроем ваш портал. Уже скоро. Закрой рот и проваливай. Короче, подруга, это портал в темный мир. Оттуда к нам лезут тени. Убить их нельзя, можно только выгнать обратно, туда. Открыть портал с той стороны они не могут. А как они сюда попадают? Ну, это как кран протекает. Он вроде закрыт, он есть, но капли капают. А старперы, которые тут сидят, чтобы хранить, нифига не хранят. Я все слышу, Лиза. Нет, но... Справедливости ради надо заметить, что портал-то они держат. Ты их видела? Кого? Так, слева направо. Дядя Толя, экскаваторщик. Иван Иванович, инженер. И Серго, геодезист. Они хранители портала. Без них бы все накрылось. Мне кажется, и на сегодня хватит. О, да, это точно. Иди с ними. У меня к мужикам еще разговор есть. Ну что, старперы? Значит, ты их видишь. Угу. А что ты еще умеешь делать? Вареники с вишней. Ого! Круто, молодец. А Лиза у нас бутерброд умеет готовить. Mm-hmm. Они все время там сидят? Им не холодно? Им не холодно, не жарко. Им вообще пофиг. Они, считай, не живые, не мертвые. Как наткнулись на этот грёбаный портал в 48-м. Тебе инструктор что, не рассказывал? А он тоже хранитель? Угу. Мобильный. А эти внизу стационарные. Не смешно. Я и не шучу. Вот когда их накрыло, и инструктор рядом стоял. Но он все равно хранитель. Если уйдет от портала больше, чем на сутки, будет очень плохо. Да-да. А чем их накрыло? Да фиг его знает. Не бери в голову. Мозг сломаешь. Гришань, сделай мне приятное, открой рамочку. Слушай, ты обещала.
Да это не лень, это вот! А я тебе говорил, не покупай эти туфли. Ладно, уже хватит, пожалуйста, нарисуй. Рамочка туда, рамочка сюда. Мне скоро пупок развяжется. Не развяжется. А как он это делает? А как ты видишь то, что ты видишь? Вот так. А ты понимаешь, как у тебя это получается? Вот он тоже нет. Давай быстро. Я туда не полезу. Ну и сиди здесь одна. Ты извини, у нас бардак. Впрочем, как всегда. Так, кому не нравится, может прибраться. Угу. Иди сюда. Гриша, я жрать хочу, умираю. Ой, дай мне немножко. Сделай кофе, пожалуйста, пожалуйста. Сейчас сделаю. Гарри Поттер какой-то. Ты есть будешь? Да мне бы руки помыть. Ванная там. А это так надо? Слушай, ну, если ты хочешь душ принять, скажи. Тебе же вроде только руки помыть. Да? Кофе, пожалуйста. Сейчас сделаю, сейчас. Слушайте, а где вы, ну, моетесь? О, это хороший вопрос. В соседней гостинице, в номерах. В смысле, бегаете в халатах и с полотенцами в соседнюю гостиницу? Зачем? Через рамочку. Открыл портал, пришел, помылся, ушел. Закрыл портал. Вот и все. Да ладно. А если там уже, например, кто-нибудь моется? Тогда еще проще. Тогда извиняется, уходится. А иногда с той стороны очень громко визжится. Понимаешь, у меня в ванне уникальный портал. Рамочка в Зимнее озеро 1812 года. А? Ты представляешь, какая там чистая вода? Без нефти, без кислот, без всего. Чистейшая вода. А ты можешь себе представить, какая там рыба? Налим. Ясь. Стебли. Пойдем покажу. Пойдем, пойдем. Иди, иди. Лучше сходи. Экологически чистая рыба. Да, которую никто готовить не умеет. Нормально? Которая воняет на всю квартиру. Пойдем. Ты, кстати, рыбу умеешь готовить? А портал, который там внизу, он такой же, как ты рисуешь? Сказал тоже. Я рисую маленькие временные рамочки, а там огромная постоянная дыра в темный мир. Совсем другое дело. Слушай, я тебе серьезно говорю. Не заморачивайся ты, как это работает. Ты знай одно. Есть тени, они сосут из людей жизнь. Есть служба доставки, она доставляет тень к порталу, а оттуда выкидывает ее в темный мир. Все. Не все. Есть еще служба погрузки. Если тень сопротивляется. Этим у нас Лиза занимается. Ну, ты видела. А как они сосут жизнь? Ну, в смысле, там, я не знаю, как вампиры? Супер. Сумерки-шмумерки. Вампиры. Ну, ладно, тихо. По-разному. Кто-то через свои мистические знаки. Кто-то через вещи. А кто-то просто целует... Иди отсюда! Там... Там в общаге у девушки знак такой был на виске. Она, ну, тень. Пила из бутылки. Ну и что, она допила до конца? Или осталось что-то? Все выпила. Не повезло. Серьезно? Кому? Девушке. Объясните.
О чем она в тот момент парилась? Ну, что ее волновало? Ну, ее парень как бы бросил. Она его любила очень. Даже замуж собиралась. Понятно. Тень высосала любовь до дна. И что теперь с ней будет? Ничего. Так будет жить. В смысле, она не сможет никогда никого больше полюбить? Я не знаю. Может, конечно, еще влюбится, повезет ей. Но та любовь, которая была, все. Ее тень сожрала. И ты вот так вот просто отпустила эту тень за портал? Ну, а что делать? Ну, я не знаю, ну как-то... Они бессмертны. Тянутся к теплу, как мошкин огонь. А наше дело успевать. Успевать. А я не успела. Так? Если бы я не ждала чего-то, не думала, не сомневалась, я бы успела, и тень ее не допила бы. Да. Лебедева, мне некогда. Я на пару иду. Настя, как ты себя чувствуешь? На удивление, хорошо. Прям как камень с души. Слушай, Павлик, он... Он? Да пошел он. Настя, он тебя любит. Все, Лебедева. Правда, некогда. Мне еще голову сушить. Бай. Слушай, брось себя ругать. Если бы ты вовремя не нашла эту тень, она бы сейчас так и крутилась вокруг универа и сосала из людей любовь. Угу. Ну да. Так что ты много людей спасла. Да и вообще тебя можно поздравить. Да, ты теперь работаешь в службе доставки. Да. Поздравляем. Спасибо. Мне на пары надо, я пойду, наверное. Да? А хочешь, я тебе рамочку нарисую? Спасибо. Пока. Пока. Подожди. Я тебя подвезу. Ты классно держишься, молодец. Ну, у тебя, наверное, есть опыт с темным миром. Нет. Ну, то есть, после одного случая в детстве были странности, конечно. В смысле? Ну, не знаю. Ну, например, я однажды разбила мамину любимую вазу, очень перепугалась, и ваза собралась из осколков обратно. Я тогда перепугалась еще больше и опять ее разбила. Ну, и так постоянно, по мелочам. А что за случай? Я в аварию в детстве попала. Автобус разбился на мосту, и я выпала из окна прямо в реку. Я тогда чуть ли не утонула. Ты была в темном мире. На границе жизни и смерти. Да. Слушай, а те картины, которые у вас, они чьи? Гришкины. Тебе понравилось? Да. Он художник? Ну, и художник тоже. Блин! Сволочь, а? За таких люди гибнут. Блин. Ну ты даешь. Я ненавижу таких. Один такой Гришку сбил. Когда? Давно уже. Гришке 12 лет было. Почти 2 месяца в коме. Все уже думали, что все. Да ты что? Угу. Ты думала, как он в темный мир вляпался? Вот так, 2 месяца между жизнью и смертью. Help me to jump across the line. Help me to find our destiny. Refresh me, amaze me. Let's take a ride.
вообще удружил. Ой, солнце мое, садись скорее, здорово. Добро пожаловать в наш дом, маленький, но уютный. Эй! Чё? У тебя что-то с тормозами не так, проверь. Прости, места нет. Опа! Псих. Блин, Сэм! Эй, ты как, живой, нет? Эй! Эй! Что? Как ты узнала про тормоза? А у тебя на лбу бегущая строка. Парень без тормозов. Ну подожди. Ты что, фея-автомеханик или фея-психолог? Ты кто? Такой взрослый мальчик, а веришь в фей? Не, ну я серьезно. Слушай, мне на пару надо, я пойду. Эй! Что? Да я Сэм. Семен, в смысле. Удачи, Семен. Береги тормоза. Ты что, его отшила? Ну, ты даешь. Девушка, мне кажется, это у вас неприятности. Познакомься, это Пипл, это Дарья. Дарья, это Пипл. Ищи тень. Тень установила контакт с жертвой и выкачивает из нее жизненные силы. А парню-то осталось жить от силы сутки. Так учат посвященных. Как будто бросают в воду. Или научатся плавать, или... Лиза, погрузку! Короче, я потеряла амулет и теперь ничего не вижу. Счастье скрывалось за каждым углом. Оно улыбалось мне солнечным днем, оно умывало меня теплым дождем и согревало собой постель перед сном. Я не пропаду, нет, я тебя люблю, да, и быстрей на мгновенье закружилась земля. Ты не пропадешь, нет, я тебя спасу, да, и появилась на небе еще одна звезда. Я открываю стеклянным ножом бумажные письма волшебной страны. Я слушаю радио голос счастливой волны, и я прячу счастье за каждым углом. Я не пропаду, нет, я тебя люблю, да, и быстрей на мгновенье закружилась земля.